Так, всем здорово. Сегодня хочу показать, как вот эта юбка была пересажена. Я это все снимал. Как у нее тут корневая система выглядит. Как я боролся с тем, то, что стволик у нее очень сильно накренился. Ну и как это все выглядело. Вот так вот это выглядит. То есть растение постепенно с годами кренилось. И вот сейчас оно очень сильно накренилось направо, ну в течение где-то 5 лет. И немного мешает соседним растениям на окне. Мне бы хотелось, чтобы оно располагалось как-то более вертикально. Сейчас середина зимы. Удалил много листьев, потому что они усохли, пожелтели. Это произошло в связи с не очень хорошим режимом зимой для этого растения, потому что здесь батареи пекут. Вот тут видно, что изгиб идет вот сюда, значит, нужно раз в несколько месяцев переворачивать. И вот я в этот раз поставлю к свету этой стороной к окну, чтобы он загнулся в другую сторону. Еще жестко накренилось. О, вот насколько накренилось. Ну это же ужас. Кстати, у меня здесь в горшке огромный такой горшок из Икеи. Что-то я таких уже не видел в продаже больших. Вставлена полиэтиленовая проставка. И все нормально там растет. То есть не прямо в горшке земля, а через полиэтиленовую проставку, естественно, с отверстиями на дне. Отверстие дренажное на дне горшка тоже есть. Ну, вот так вот выглядит корневая система. То есть, она вышла за пределы этого полиэтилена. Вот даже в каких-то местах вот мы видим корни. Давайте попробуем полиэтилен. Я так понимаю, сейчас у нас стянуть не получится. Мне придется его разрывать. И вот так вот выглядит у нас корневая система. Нашей юки. Задача не совсем тривиальная перед нами стоит, потому что если мы просто в более крупный горшок пересаживали, было бы очень просто, подставил в крупный горшок, где надо подсыпал, все, готово. Здесь нам придется счистить немного землю здесь, счистить немного снизу, чтобы выровнять, потому что горшок-то у нас размер горшка не меняется, а выравнивать как-то надо. Но я засниму еще через месяц, как это все получилось, хорошо, не слишком ли я повредил корневую систему. Конечно, по науке нужно было бы в более крупный горшок пересаживать и там выравнивать. Не могу сказать, что это было легко, это было тяжело, и мне, и растению это тоже стресс, но все-таки все пересажено, немного не по центру, но зато они хотя бы идут вверх. Кстати, вниз я посмотрел, они вот настолько утоплены еще, вот. Вот настолько вниз еще утоплены стволики туда в горшок, и от них идут корни. Итак, еще раз всем привет, прошло более чем 2 месяца, и давайте посмотрим, что у нас с растением. Некоторые нижние листья выглядят подвявшими, но это нормально для юки зимой, и на это обращать внимание не стоит. Я заметил, что наоборот, растение немного пошло в рост, то есть вот здесь вот у нас на верхушках наблюдаются молодые листья, вот, например, по центру кадра, так что это даже хорошо. То есть пересадка, я бы сказал, даже повлияла положительно, то есть пошло, вот там вот видно, растение в рост.